У нас тут есть уже 3 этажа, сразу создается. Но я думаю, что нам хватит даже 2. Мне важно понять, какой высоты этаж, да? Я для этого щелкаю правой кнопкой мыши на любом этаже, или на папке этажей, неважно, щелкаю, выбираю самое нижнее, настроить этажи. И вижу, что высота каждого этажа по 3 метра. Ну ладно, пускай будет 3 метра. Теперь, если я нарисую стены на плане или в 3D, неважно, они будут привязываться верхом к полу второго этажа. То есть я вижу, что высота стены 3 метра, и она не редактируется. Как раз потому, что она привязана к полу второго этажа, а первый этаж у нас 3 метра. Вот они и есть тут. Ну, удобнее на плане все-таки рисовать. Да. Вот котлован как раз есть. Рисую стены. Так, это у нас 30 на 30 метров дом. Ну ладно. Нарисовал стены, и их не видно почему-то. Почему, пока непонятно. Выделяю инструмент «Стена», редактор «Выбрать все стены». Вот они есть. Скорее всего, отверстие, просто оно заштриховано, поэтому оно закрывает стены. Как раз вот я навожу мышку, нажимаю клавишу «Tab» и перебираю. Мне нужно отверстие. Перебираю. Оп, убралось все еще раз. Навел клавишу «Tab». Отверстие выделяю. Делит, удаляю. Да. То есть дырка, как ни странно, закрашивается и скрывает с собой стены. Отменяю. Я хочу, чтобы у дырки была штриховка, это прозрачно. А то я стен не вижу. Иду в свойства дырки. Здесь показ на плане этажа. Штриховка поверхности. Я галку отрубаю, чтобы у нас эта дырка не закрашивалась, не мешала видеть стены. Галку убрал. Окей. Все. Дырка стала прозрачной. Я свои стены вижу. Теперь я иду на второй этаж. Просто вот здесь двойной клик на втором этаже. Или, как вариант, чтобы быстрее, правой кнопкой мыши на слове «первый этаж» в списке выбираю второй. Ушел на второй этаж. Пока тут ничего нет. Могу вернуться на первый. Выбрать стены. Копировать. Редактор. Копировать. Иду на второй этаж. И вставляю редактор. Вставить. Сейчас он спросит. Место вставки. Центр текущего вида или исходное расположение? Конечно, исходное. То есть мне нужно, чтобы они вставились туда же, откуда я их копировал на первом этаже, туда же на второй вставляю. Врубаю исходное расположение. Тут неважно уже, как хотите. Вот, они вставились. Иду в 3D. Ничего нет. Жму Shift F5, чтобы увидеть все в 3D. И вижу у нас стены. Вот второй, вот первый. По этажам все. Потом еще важная штука, это фоновая ссылка, то есть это чтобы просвечивал чертеж какой-то на другом чертеже, например, план этажа на другом этаже. Иду теперь на третий этаж, где у нас пока ничего нет, и врубаю фоновую ссылку. Вам еще не рассказывал про фоновую А, ссылку, да, да? мы делали А, где-то по съемкам. Да, и на этом этаже я жму кнопку «Фоновая ссылка», например, здесь. Фон. И вижу сразу. По этажам все. Теперь как делать крышу, наверное, да? Или не Что ее надо? делать? Ну, крышу там меняешь.